Очень интенсивный матч. Вот шанс у Белозерова. Обыгрывать начал. Митякин. Бросок. Гол. Евгений Митякин. Минута 55 у нижнекамцев. И разрыв одну шайбу. Важнейший гол. Не удалось Амуру вывести шайбу из своей зоны. Андрей Белозеров передачу перехватил. Ну как перехватил? Ему в коньки шайба попала, после чего он попытался один в один пройти защитника, сошла шайба с крюка. Ну а Евгений Митякин в четвертый раз в этом